Елизавета Ляпина учится на третьем курсе Саровского физико-технического института по направлению технологии специального машиностроения. Помимо учебы, девушка успевает активно заниматься и спортом, лыжами и бегом. В этом месяце Елизавета защищала честь города на традиционном сормовском легкоатлетическом пробеге. Она стала победителем в абсолютном зачете среди женщин на дистанции 20 километров. Непривычно бежать эту дистанцию. К тому же еще по асфальту, так как я занимаюсь лыжными гонками, все-таки привыкла бегать по пересеченной местности. А здесь был асфальт. Выиграла я у второго места всего лишь 20 секунд, то есть была довольно-таки упорная борьба. Елизавета занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» у заслуженного тренера России Николая Седова. Тренер – это важный человек в жизни каждого спортсмена. Николай Евгеньевич постоянно мотивирует ученицу на новые достижения, поддерживает ее во всех начинаниях и заставляет верить в себя. Очень хороший человек. Он для нас как второй отец, для тех, кто занимается лыжными гонками у него. Спасибо ему, он нам прививает желание заниматься спортом, любовь к нему, достигать успеха в спорте. Спорт – это жизнь. Елизавета считает, что физическая активность нужна не только спортсмену, но и каждому современному человеку. Спорт поддерживает здоровье и хорошую форму. Даже если обратиться к истории, то человек же сначала он собирал ягоды, он охотился на животных, то есть он очень много двигался. И я считаю, что даже сейчас нужно двигаться, нужно заниматься спортом, бегать, плавать, кататься на лыжах. В Сормовском пробеге Елизавета соперничала с участниками из Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Владимирской областей и Подмосковья. А сейчас девушка активно готовится к открытию лыжного сезона. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.